последний день праздников московские лыжники дождались наконец своей очереди. Сильный снегопад, который прекратился только к обеду, накрыл столицу и пригороды. За последние сутки в мегаполисе выпало до 14 миллиметров осадков. Улицы расчищали 7,5 тысячи единиц техники. Снегопад в Москве синоптики обещают и на следующей неделе. Морозы тоже не отступят. Метели обрушились и на Костромскую, Смоленскую, Рязанскую, Ярославскую области. Повсюду гололед и множество мелких аварий.